Кнопа, девочка моя, доченька, папина доча, Кнопочка, Кнопа, Кнопа? Боже! Доча, что с тобой? Что произошло, Кнопа? Ты ж была девочка! Что ж ты вытворяешь, да? Что ж ты позоришь породу чихуахуа? Это ж не хуахуа семья! Кнопа! Что ты мне все вылезешь? Боже, доча! Вот это ты дала! Да-да, чё? Мне страшно! Кнопа! Кнопа, хватит! Что ты? Боже! Что это за позиция, Кнопа? Что ты мне говоришь? Кнопа, я не дам! Кнопа, сколько бы ты ни лизала, бы не дам! Вот это ты, конечно, боже мой! Люди добрые! У кого есть данная порода собаки, девочка, 5 лет, отзовитесь. Потому что я даже спокойно лечь не могу. Посмотрите, что происходит. Посмотрите, что происходит с бедной собакой. Посмотрите, это самба белого мотылька. Да я знаю о тебе. Я знаю, что ты извращеночка. О, девочка. О, боже. Что? Быстрее, Кнопа, быстрее. Ты же девочка. А почему ты на маму не идешь? А ноги мне вылезут. Боже, она мне никогда в жизни ноги не лизала. Ой, бляха-муха, Кнопа. Я тебя кричу, боже. Положить вообще ничего. Ни руки. Убираем руку. Заход. Заход.
По-моему, ей кто-то нужен. Идем собачку найдем. Чтобы удовлетворить ее потребности. Что-то мне кажется, что все-таки она там не до конца, как бы не стерилизованная все-таки. Мне кажется, что все-таки у нее еще какие-то кнопочки. Ощущения. Белого мотылька! О, боги! Когда это забывается, слышишь, как это это все девочка, собачка, не кобель, а сучка. Клопа, покажи, что там ничего нету. Ничего. Ай, Клопа, вот это ты даешь.